Страйкбольный карабин М4 серии Core от производителя Spetsna Arms. В комплекте мы имеем инструкцию, сертификат Spetsna Arms, набор наклеек, каталог Spetsna Arms, переходник ST-коннектора на мини-тамию, бункерный магазин, сменную более слабую пружину с номиналом М90, пластиковый шомпол, таблицу с расшифровкой самодиагностики электронного ключа XASR и непосредственно сам привод. Материалы изготовления: пламегаситель, ствол, цевьё выполнены из алюминиевого сплава. Верхний и нижний ресивер, труба приклада, приклад и рукоятка выполнены из нейлонового волокна. На данный привод установлено облегченное KeyMod-цевьё с рис-планками и ячейками интерфейса KeyMod для установки дополнительного оборудования. Например, сюда можно поставить тактическую рукоятку, фонарик или LCU. В верхней части есть рис-планка для установки дополнительного оборудования и прицельных приспособлений. Штатные прицельные приспособления – это откидная мушка с возможностью регулировки и откидной диоптер также с возможностью регулировки. Органы управления стандартные для приводов М4 серии. Это спусковой крючок, переключатель режимов огня, совмещенный с предохранителем, который имеет три положения. Это автоматический огонь, одиночный огонь и предохранитель. И кнопка отмыкания магазина. На корпусе есть маркировка Spetsna Arms с уникальным серийным номером. У данного привода есть хоп-ап. Чтобы добраться до регулировки, необходимо потянуть за рукоятку заряжания. Регулировка происходит с помощью стандартного колеса. Приклад телескопический с возможностью регулировки по длине. У данной модели аккумулятор располагается внутри приклада. Чтобы добраться до регулировки, необходимо снять тыльник. В базе сразу установлен T-коннектор, но если у вас есть аккумуляторы с разъемом мини-тамия, в комплекте есть переходник. Также тут сразу установлен электронный ключ XASR 4-го поколения от Gate. Электронный ключ увеличивает скорость реакции на спуск, защищает проводку и аккумулятор, а также обладает функциями самодиагностики. Таблица с расшифровкой функций индикаторов самодиагностики есть в комплекте. Внутри установлен стандартный гирбокс 2-й версии с возможностью быстрой замены пружины. Все компоненты гирбокса стандартные и взаимозаменяемы запчастями от других производителей. Для данного привода подходят бункерные и механические магазины М4 серии от различных производителей.